Зовут этого чувака, значит, Ричард Бенсон. Ричард Бенсон. Ричард Бенсон, 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 Ричард Бенсон. Наткнулся на него я на Фейсбуке, по-моему. И, ну, в первый раз, когда увидел, по-моему, это был все-таки Фейсбук. Ну, не суть. И я дико угарнул, как вы понимаете, с его игры, с его подачи. Ну, в общем, какая-то лютая дичь, подумал я. В общем, угорал с него, представляя себе, как его бы захейтили на русском ютубе гитарном. Подумал я, то ли он прикалывается, я сначала не понял, то ли он прикалывается, то ли, ну, то ли фишка такая, то ли, ну, я не понял. Может быть, типа, как вирусный ролик, там, типа, стебется вовсю чувак. Вот, это моя первая мысль была. Ну вот, в общем, стал дальше рыться я в потоке информации, который мне выдавал Google, интернет. Ну, просто стало интересно, кто он и что он. Дальше я наткнулся на его живые выступления. То есть я удивился даже, что он дает концерты. Ну и народ так неплохо собирается. И думаю, в чем как бы прикол? То есть я вообще не выкупал, что там происходит. То есть народа дохренища, он сидит на сцене и дико лажает. В общем, стал я гуглить дальше и нашел видосы, где, в принципе, он еще молодой и играет, ну, как бы сносно. Не супер, конечно, да, грязновато и все такое по меркам современным, то есть, ну и вообще. Но, как бы сказать, что он совсем играть не умеет, то есть, то, что он самый худший, прям самый худший гитарист в мире, то есть, там уже сказать такого нельзя. Вот. То есть, чувак умеет играть, в принципе, но не супер-пупер круто и не особо чисто. Потом я выяснил, что по молодости он, в принципе, выпускал какие-то альбомы даже, то, что у него была группа. At the start of the 70s, he formed a progressive rock band called One Thank You Charlie. Their self-titled LP remained in limbo until a release over 20 years later. Он по-прежнему лажает на концертах, то есть он также лажает на концертах, как на видео, то есть вообще какофония. И народ в него кидается всем, чем попало. Причем заранее заготавливают, уже знают, на что люди, уже знают, на что они идут, на какое мероприятие, и заранее заготавливают там тухлые яйца, муку и еще что-нибудь. Ну, соответственно, дальше все это на себя принимает тот самый Ричард Бенсон. He can be seen playing live where the audience, so disgusted by what they hear, begin to bombard him with the worst items they can get a hold of. Why would someone put themselves through this? Is this man genuinely the worst guitarist ever? What's his story? Let's try and find out. И я до конца не понимал, в чем дело, то есть, а потом выяснил, что у него началась хроническая болезнь, или она уже у него была. То есть хронический артрит, это когда руки скрючивают нахер. Далее, видимо, из-за вот этой болезни, может быть, у чувака началась депрессия какая-то или еще что-то, какие-то отклонения в этом плане. И он то ли упал с моста, то ли типа попытка суицида была, что ли, и нанес себе еще больше травм.
Ну и дальше, собственно, мы видим, как он выступает. За билеты, я так понимаю, платятся деньги зрителями. Зрители заранее заготавливают всем, чем можно покидаться в чувачка этого. И обычно выглядит это все так, что его кто-то из техников, наверное, выводит на сцену. Вот. Выводит на сцену, он дает ему гитару, он начинает дико извращаться, так же, как на видео. Народ в него кидается, всем весело. Вот, таков бизнес. Звали его на телевидение, он давал концерты, записывал пластинки. И я так понимаю, что из-за своего, может быть, артрита, может быть, еще что-то, когда начинается артрит, гитариста руки страдают, и из-за этого артрита, из-за своей болезни, может быть, ему не удавалось играть как раньше. И, видимо, у него была дикая там депрессия долгое время, на фоне чего начались, наверное, какие-нибудь психические отклонения или расстройства там, я уж не знаю. Ну, поведение у него было очень странным, конечно. Also appear on Italian TV, getting angry as the host and some zealous pop star provoke him by performing a song called Cucciolo. Posso dire una cosa? Sì, no, aspetta, no, un attimo, rimanga, bacio. Sta andando benissimo. È veramente, devo dire che non. Così chi l'accento questo titolo? Che sono gli altri? Come si chiama? Cucciolo! Partiamo con Cucciolo! Cucciolo, Cucciolo! Benson gets very distressed at them making fun of him. Continue until he eventually breaks down. Next couple of episodes, they would find ways to trick him to listen to the song again. In one, the Z-lister would dress up as a rock star stereotype to fool Benson before singing Cucciolo again. Когда появились видео в интернете с его умопомрачительной игрой на гитаре, народ подхватил это и понес по интернету, и началось там, то есть дали ему звание самого худшего гитариста в мире. Вот, все над ним стебались, прикалывались и прочее, не вдаваясь особо в подробности. Но вот лично я, после того, как углубился немножко в историю, как бы мне чувачка стало немного жалко, если честно, по-человечески. Но с другой стороны,
Это довольно гениальный ход получился сделать из своего, грубо говоря, недостатка, то есть не опустить руки совсем, а если музыка действительно единственное, что у тебя остается в этой жизни, на что ты надеешься, даже в таком виде, если ты без этого не можешь, мне кажется, он был именно таким. И сделать из этого фишку и уже продолжать обретать популярность в этом направлении. Ну, довольно необычно, согласен, но зато вот, видите, концерт он собирал. Ну, в общем, мораль этого видео, наверное, такова, что не стоит, наверное, судить по первому видео, по второму, по третьему, а стоит, скорее всего, прежде чем судить что-то, комментировать и вообще угорать над человеком или наоборот, стоит всегда проверять информацию. Стоит всегда, прежде чем что-то вообще делать какие-то выводы по одному-двум видео, лучше всего, конечно, изучить информацию, хоть какую-то еще, то есть посмотреть еще несколько роликов предыдущих, или там послушать несколько предыдущих записей, или, ну, в общем, вы поняли. Ричард Бенсон. Всем спасибо за просмотр. Если данный формат видео вам зашел, то пишите в комментариях. Если не зашел, тоже пишите в комментариях. Любые комменты приветствуются. Но, соответственно, подписывайтесь, жмите колокол и до новых встреч.